Сывлок, Сунатоп, Телей, Сирен. Поздравляю, дорогие женщины, от лица нашего коллектива музыкального вас с сегодняшним Международным женским днем, наступающим. И вот как всегда, как только наступает этот день, женщины преображаются, становятся красивыми, необычными, чувственными и душевными. Поскольку мы с вами соседи, мы вот тоже здесь работаем рядом с вами, вот, как мастера народных промыслов. И вы нас знаете как мастеров народных промыслов. Но мы не только мастера народных промыслов, мы же мастера народной музыки еще. К тому же. Вот. И хотим сегодня вам от нашего коллектива, вам от нас такой душевный посыл, поздравления, чтобы у вас такое настроение было хорошее все праздничные дни. И чтобы вы расцветали, как обычно женщины расцветают. Не забывайте быть любимыми и сами любить. Вы, женщины, это цветы нашей жизни. Вы предназначены для того, чтобы быть любимыми, чтобы мужчины на вас смотрели и им захотелось воодушевляться, работать и творить разные, как говорится, разные глупости даже, может быть, но для вас, в виде подарка. Сегодня мы будем петь народные песни чувашские, и также мы для вас специально сочинили одну песню, специально для нашей сегодняшней встречи. Вы, наверное, кто понимает чувашский язык, услышите в ней вот то, что мы хотели вам передать. А также мы будем петь чувашские песни, но в современной интерпретации. Вот, а начнем сегодняшнюю программу мы с песни «Эби Санай Бюрада» о любви, естественно, в этот день другого быть и не может. Слова и музыка Анатолия Арина. «Эби Санай Бюрада». Yeah.
Олександр Николаевич, мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, который воспитал чемпионку, олимпийскую чемпионку Европы, Ирину Исаеву, тренер олимпийского резерва. Тренер школы олимпийского резерва. Линка, Линка. Thank you.
девушка, вы, конечно же, мечтает выйти замуж. За Ивана. Да, за Ивана, и поэтому рождается... Чтобы такой Иван был, за которым как за каменной стеной. Поэтому... Вот. И поэтому мы сейчас песню хотим спеть, старинную песню, которую мы обработали под современный стиль, потому что и раньше хотели девушки выйти замуж за Ивана, и сейчас тоже сами, тоже за того же Ивана, чтобы был сильный, смелый, как говорится, и защищал. Поэтому здесь немножко идет интерпретация, мы с вами когда будем петь там, немножко будет сказано, что все вместе Ка Ивана, еще раз Ка Ивана, то есть все вместе выйдем замуж за Ивана. На русском и на чувашском, то есть родной язык мы никогда не забываем. Калина красная.